не выдержала фанерная, орнамент фанерный. Я его сегодня открутил, он превратился в хлам. Вот такой дом номер 19. Красивый орнамент, все, но расслоилась фанера вся. Будем думать. Шаблон у меня бумажный остался. Может, что-то и сделаю. Так, иду. Да, сарайчик. Что у меня здесь есть? Открываем. О, запасы какие. Вот, ставлю. Это мы еще подумаем. Конструкция здесь тоже такая же игромная. Ладно. Не получится, сделаем другую. Так. Ну вот. Изолировали стол. Сейчас найдем заготовку, которую будем измерять. Вот она, развалюха из фанеры. Вся рассохлась. Это номер дома. 19 на калитке. По размеру почти подходит. Немножко доска выгнута. Немножко. Так, понизу. Оставим. Отлично. Так, а ну-ка прицепим. Вот так. Потолще можно сделать. Здесь круг. Замыкаем круг. Пойдем, точу карандаши. Так, отверстие 20 на 18.
срезал на коленях, подложив фанерку в крышку от своей коробки с ножами. Но еще не готово. Еще надо здесь обрамить. Здесь вырезать треугольник. Тут не готово резать на коленях. Опилок стружки вон сколько. Ну ладно. Передохну, дальше начну. Ну вот. На этом этапе я пока закончил. Обработал все ножами. Ну, один, в принципе, один нож косой. Все здесь. Ну, хотелось бы еще, конечно, наждачкой обработать барабан на скилл, одеть на дремел. Но у меня там проблемка. Здесь я так и оставил, не стал ничего больше делать. Обратную сторону не стал ничем обрабатывать. Надеюсь, что, может, просто пройду машинкой. Итак, я сбегал в магазин. Чтобы работа не простаивала. И вот что я приобрел. Пошел сейчас и приобрел несколько насадок. Значит, это у нас насадка для того, чтобы сюда вставлять на дрель. Переходник. Это барабан. У него мне показалась слишком хорошая стальная вот эта металлическая стержень. Посмотрим. Так. Ну еще вот такой взял для пробы. Мой наборчик не превышал вот такой коробочки. Так. Приступим. Оденем очки. Оденем кепку. Так. Нос. Узор. Нормально. Уже не фанера. Ну что, надо же чем-то все равно покрыть. Вот этот вот я уже раньше показывал. Хомер на иврите называется. Вернем на лицевую сторону. Сейчас жирно налью, потом протру. Спасибо.
Ну не знаю. Если уже это. О, какие руки. Вот какая у меня баночка есть. Тут на иврите написано спирт. Будем пользоваться спиртом. Где-то была у меня тряпочка. Ладно, это в сторону. Плохая жесткая тряпочка. Одной рукой. Так, все. Ускорить. Раз. Все. Получше. Потом смыло. И все, и спирт. Стол чуть-чуть протереть, что ли, этим спиртом. Ну, все. Ну вот, готова резьба. Дом номер 19. Когда-то давно я делал эту калитку, она уже перезимовала несколько зим наших израильских дождей. Рассохлась, скрипит. Соседи сделали замечание, сказали, что она стучит об коробку дверную. Соседи живут прямо вот здесь, вон у них окошко. Ну,